Привет! Сегодня урок воскресной школы дома за компьютером. Сегодня на уроке мы будем изучать Библию, говорить о Боге, потом помолимся и попрощаемся. Тема урока – Вавилонская башня. Вавилонская башня. Давно-давно люди говорили на одном языке. Им было хорошо. Они вместе работали. Они вместе отдыхали и понимали друг друга. Это было хорошо, но вот однажды люди решили построить башню. Высокую-высокую башню, большую. И эта башня будет выше небес. И эта башня будет даже больше, чем Бог. И люди будут очень важными, люди будут царями, и им не нужен Бог, потому что люди сильные и умные. Вот такая башня. Люди подумали, что это хорошая идея. А Бог подумал, что это плохая идея. Люди стали работать и строить башню. Они стали приносить разные строительные материалы и строили башню. Люди говорили друг с другом и понимали друг друга. Но сердце было злое. Они Бога не хотели, и Бог расстроился. И тогда Бог сказал: если вы не хотите верить в Бога, тогда будут неприятности. И Бог сделал так, что люди стали говорить на разных языках, и они больше не понимали друг друга. Не понимали. Если раньше они говорили: «Эй, принеси мне этот камень!» «Хорошо, принесу!» То теперь было совсем непонятно. «Эй, сина, томурлася киви!» «Я не понимаю, что ты говоришь!» «Hey, bring me that stone!» «Я не понимаю!» Была неприятность. Люди не могут больше работать. Не могут больше работать. Они не понимают, кто что говорит. Людям стало очень грустно. Люди расстроились. Им стало грустно. И они даже стали ссориться, потому что они не понимали друг друга. Но Бог сказал: это ваше наказание за то, что вы не хотите слушать Бога. И люди не смогли построить башню до небес. Не смогли, потому что Бог не разрешил. А теперь помолимся. Господь, спасибо Тебе за этот урок. И еще, Господь, помоги мне быть послушным. Господь, помоги мне быть послушным. Аминь. Ты был молодец, хорошо слушал. До новых встреч. Пока.